Sanat, kültür, iki ülke arasındaki ilişkileri en güzel geliştiren aracılardır. Bu nedenle biz de sanata ve kültüre destek vermeye devam etmek istiyoruz. Bugün aramızda Kırgızistan'ın değerli sanatçıları var. İsterseniz onları yanıma almak isterim. Lütfen buraya geliniz. Sayın Cılkıcı Cakıpov ve Talant Ogobayev. Мы очень с Талантом благодарны турецкому послу Cengiz'u и его супруге Василике. И плюс я хотел бы сказать, у посла мать, мама, художник, очень талантливый, известный художник. И я рад, что они очень много уделяют на искусство и культуру, где бы они ни ходили, ни находились бы. Вот, большое благодарность. Мы относимся к одному поколению, учились вместе. 80-е годы окончили Московский государственный художественный институт имени Сурикова. А после этого, значит, наше становление проходило на всесоюзной творческой базе «Синеж». И пришлось как раз на период перехода от, ну, развала СССР, от перехода от социалистического государства к так называемому сегодняшнему свободному. Свободным государством. Возможно, это наложило какой-то отпечаток на творчество, раннее творчество и Джакыпова, и мое. Как вы посмотрели, в ранних работах присутствуют нотки трагизма, некого предчувствия. Но мы продолжаем работать. Сегодня идет уже такая больше работа с материалом, с самим собой. То есть уже как бы внутрь и более глубоко, что ли, стараемся смотреть. Работы как Зилкачи, так и мои представлены в Третьяковской галерее, в Национальном музее нашем и музеях Советского Союза и зарубежных. То есть, ну, как бы такая справочка, да? Вот. Ну вот, вкратце, то есть поколение 90-х, становление на 90-е, конец 80-х годов пришлось. Я хочу принести свою глубокую благодарность от имени своего и Джылкычы господину послу Чингисбею и его очаровательной супруге Василике, и также всем гостям, которые сегодня почтили нас своим вниманием. Спасибо большое. Это замечательная идея, организация вообще традиционной выставки кыргызских вообще работ, кыргызских творческих людей на территории, скажем так, да, Турции и тем более турецкого посольства. Сама идея очень такая объединяющая, я думаю, два народа, кыргызский и турецкий. И, безусловно, это возможность и познакомиться с творчеством для нас, граждан Кыргызстана также, потому что не так удается часто выбраться на выставки какие-то, и не так часто, к сожалению, в Кыргызстане они проходят масштабные выставки. И хочу выразить благодарность посольству Турции за то, что они уделяют этому отдельное внимание. И хотелось бы, чтобы у нас в нашей столице было намного больше культурных мероприятий и в музеях, и в каких-то выставочных залах, чтобы как можно чаще мы наслаждались работами наших талантливых кыргызов. Я не могу дать профессиональное мнение, поскольку я не художник. Я как бы менеджер в сфере искусства, арт-менеджер. Я возглавляю музей изобразительных искусств. И я очень горжусь, что художники, которых я знаю уже много лет, в таком чудесном зале выставляются. И я думаю, что это заслуга посла Турции и прежде всего его мамы, которая сделала такой чудесный шаг, оценила работы и именно выбрала этих двух художников. Вообще инициатива замечательная, посольство и лично посла Чингиза Фейтхата. Но касательно, собственно, выставки, она, с одной стороны, ожидаема, с другой стороны, неожиданна. Потому что мы не все работы видим сразу, и так много, да, и двух художников. И если так посмотреть, вроде бы где-то стиль похожий, но при этом есть собственный почерк у каждого из них. И, есть неожиданные ходы,
да, неожиданное представление материала. И вот как сами художники сказали, у них у самих была эволюция в процессе творчества. Если они раньше по молодости они много экспериментировали с идеей, то сейчас они больше работают с материалом. Тогда вот когда такие комментарии дают, становится яснее замысел художника, да, что он хотел им сказать, и тем самым работа мне интересна. The exhibition is a treat for the Bishkekites, especially art lovers, and to see the work of Jacobo, who's such a senior artist, and the other artists, Anant, mixed media and charcoal, and there is such a variety that it amazes us that there is so much talent in Kyrgyzstan, and we really appreciate the art here.